Приветствую вас на канале Red Cat. Я возвращаюсь в Tile Tower Defense, где мы будем с вами собирать конфетки. Мне, кстати, 498. Две конфетки не хватает, чтобы купить новую коробочку. Ну а также мы, конечно же, сегодня потестируем Лего. Новую Лего, которую можно выбить из, соответственно, хэллоуинского ивента. К сожалению, это не моя Лего, мне ее дал The Force для того, чтобы я смог ее потестить, ну и, соответственно, с возвратом. Если, ребята, у кого-то есть повторочка или кто-то просто хочет мне ее подарить для видео, то милости просим в мой Discord, запишу с вами видосик с трейдом и, соответственно, выложу в следующем видео. Если вы мне подарите мифика, либо же Лего из ивентовского крейта, как он называется, сундука. Ну, вы поняли. Короче, сегодня, ребят, мы посмотрим Лего. Также я собираюсь накопить очень много конфеток для того, чтобы открыть сразу 6 сундуков. Также я планирую немножко прокачать удачу, купить. И посмотрим, что из 6 сундуков мне выпадет. Смогу ли я выбить хотя бы себе Лего, ну и или же прям очень, если повезет, то мифика. У меня почему-то какие-то лаги сейчас идут в игре, хотя все в порядке, по идее, с интернетом, с компом. Видно, что-то пошло не так. Ну, а может, влияет как-то закачка, которая мне... Ну, в общем, ребят, погнали. Поставил я юнита, называется он Sinister Cameraman. И у него, судя по фотке, будет огромный... А вот он уже и есть, топорчик. Смотрите, какой у него топор. 500 дамага он наносит, радиус 22. И сейчас каждую секунду он лупит по 1000. Ну, 1000 в секунду. Не минуту, а в секунду. 1000 в секунду, это, конечно, неплохо, но не так уж прям, чтоб круто. В целом, Лего неплохая, насколько я помню, она дает 16 тысяч полной прокачки. 16 тысяч в секунду, это уже, да, хороший результат. То есть, в принципе, Лего вам поможет довольно-таки неплохо, радиус у него хороший. Единственный вопрос, оглушает этого юнита или нет, потому что вот это нужно, скажем так, выяснить сейчас. Давайте попробуем узнать. Так, параллельно я прокачу и других персонажиков для того, чтобы сразу мы не слились. Так, вот мне бы, конечно, еще 4000, было вообще замечательно. Окей, так, ну что, лупим. По 1500 сносит он. Бенц. Но учитывая, сколько хп у этих унитазиков, 1500... Не хватит дамага. Хотя, в целом, да, неплохой юнит. Очень даже неплох. Сейчас на 2000 еще качну его. О, вот это уже другой разговорчик, ребята. 4000 получается. Если 2000 у нас за полсекунды, то получается у нас 4000 в секунду сейчас дамаг. Ну, вот это уже неплохо. 4000 это хорошо, даже я бы сказал. Я по-прежнему не вижу его... А, вот все, вижу, спасибо. Оглушают или нет? Да, оглушает, все, заснул наш персонажик, к сожалению. И заснул довольно-таки надолго, секунд 5 прошло уже, он, видите, еще не просыпается. Может, конечно, следующий босс его тоже пуляет в него что-то. Вот, наконец-то он очухался и начал опять кидать по 4000. Слушайте, 4000 это хорошо, конечно. Но 16 лучше. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Итак, ребята, давайте дальше его прокачиваем. Так, мне надо 4000. Давайте прокачаем 4000. Там незначительно будет на скорость влиять, на 0.1 только снизит, но поднимут неплохо дамаг. Поэтому сейчас у нас уже получается даже не 6000, а чуть больше, наверное. Ну, пускай будет 7000 в секунду, я сейчас делаю дамаг. Кстати, я заметил, что у меня мало ферм, из-за этого у меня мало денег. Но думаю, что в любом случае я, наверное, не буду до конца этот раунд доигрывать, потому что у меня тут уже жесть начинается. Я не отключал автоскип, и, соответственно, сейчас уже набежало много юнитов, которые хотят нас убить. Сейчас его вырубят, и все, и мой Sinister будет спать. Не, смотрите, нормально, пока я, видите, даже зря волновался, говорил, что мы сейчас сольем. Не, нормально разобрался, юниты там не сильно
оказались грозными, поэтому даже сейчас вот можно немножко прокачать фермы. Но скоро, ребята, начнутся основные, скажем так, бойцы идти, там уже сильно не уберешься. Так, давайте это тоже фермочку прокачаем. И побежали. Так, мне надо теперь 8 тысяч, ребят. 8 тысяч это прям долго. 8 тысяч это прям очень долго. А учитывая то, что я много потратил на его прокачку и не потратил на прокачку других юнитов, то сейчас мы точно сольем. Потому что у меня должны были уже ездить машинки от инженера, а вместо их вот они только что поехали. Ой-ой-ой, беда-беда, на 3 миллиона босяра еще едет. Тут этого мы, конечно, добьем. Следующего, скорее всего, да. Этого тоже да. А вот дальше что будет, я не знаю. А дальше, ребята, был слив. Поэтому я пошел просто в хард режим, для того, чтобы прокачать его до максимального уровня и посмотреть, какой он в деле. Вот сейчас вот 4000, это получается 16 тысяч в секунду он делает урон. 16 тысяч в секунду, ребят, это просто прекрасно, мне кажется. Вот 16 тысяч, вот это хороший урон. Любой туалет, который сейчас ему встречается на пути, уничтожается. Кстати, обратите внимание, какая у него прикольная картинка сзади. Ну и теперь у него два тесака, лезвие. Они переливаются на солнце. Что я вам хочу сказать, если взять его, если взять инженерчика, допустим, или просто какого-то спамера, то, в принципе, он и в одиночку может спокойненько справляться со всей этой братьей, которая на него нападает. Ну и если поставить еще какой-то телек, чтобы подсвечивал и чтобы мелких убивал, чтобы он не тратил на них свои силы, то, в принципе, он в одиночку вполне может затащить, я думаю, не только хард, но и что-нибудь повыше. А если их еще поставить много, то, думаю, проблем будет у скибидистов более чем достаточно. Ну что, если резюмировать, что хочу сказать. В принципе, боец неплохой. Может быть, не самая прям дешевая-дешевая прокачка. Есть леги и попроще по прокачке, но, конечно же, и по урону поменьше. Ближайшие ему конкуренты где-то будут 12,5 тысяч, 9 тысяч наносить в секунду. Поэтому довольно-таки неплохая лего, всем советую ее попробовать выбить, пока идет ивент. На этом, ребята, у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Обязательно подпишитесь на канал, кто этого еще не делал, и поставьте лайк этому видео. Всем пока!